В Барнауле проходит акция «Зеленый телефон». Каждый желающий может позвонить по номеру горячей линии и сообщить о фактах экологических правонарушений. В частности, пожаловаться на незаконную вырубку или повреждение зеленых насаждений, несанкционированный сброс мусора в лесах и на берегу водоемов, сжигание отходов на территории города. Также организаторы призывают неравнодушных барнаульцев сообщать и о тех, кто причастен к преступлениям против природы. Экологи бьют тревогу. Вопрос с мусором в некоторых районах Барнаула стоит особенно остро. Как правило, эти свалки у нас возникают на территории домовладений частного характера. У нас сейчас проблема свалок, которые образуются вокруг наших строящихся коттеджных поселков. То есть гражданин, не каждый гражданин у нас сегодня имеет договор на вывоз мусора. На сегодня мы в течение вот с начала этого года на территории города было убрано порядка 87 захламленных территорий. За счет бюджета города мы ликвидировали уже сейчас 28 свалок. Акция проводится в рамках месячника санитарной очистки и продлится до конца октября. Телефон горячей линии в Барнауле 370-359 и 370-389. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.